задача, я этому искренне рад и порадуюсь вместе с нами. Что город Магнитогорск потихоньку, ну, понимает, что ездить надо на настоящих автомобилях. И опять же, немножко, скажем так, мысли вслух. По городу разбросано в большом количестве разнообразные плакаты, и вот один из них привлек мое внимание. Да, действительно, на Subaru ездит тот, кто понимает автомобили, ну, чуть больше. Но тот, кто понимает автомобили гораздо больше, типа меня, ездит на американских машинах. И вот сегодня мы едем на американской машине, ну, на японской машине, сделанной для Америки. Что такое японский автомобиль, сделанный для Америки? Это автомобиль, который легко затыкает за пояс, ну, всякие там Audi Q7, всякие Мерседесы. Знаете почему? Потому что фарш весь тот же, а цена ниже. И комфорта, и удовольствия больше. Ну, вы, конечно, сами можете выбирать. А вот это автомобиль Honda Ridgeline. Между прочим, при первом своем появлении на свет этот внедорожник, не надо говорить, что это пикап, потому что, в отличие от внедорожника, здесь, как бы, ну, это седан, полноприводный седан с постоянным передним приводом и до доли секунды подключаемым задним. И, соответственно, вы можете на этом автомобиле ездить куда угодно. А поскольку это все-таки седан, крышка багажника здесь тоже присутствует, ну, она в опциях, но для тех, кто думает, что из вашего же багажника что-то упрут, стандартная крышка багажника, за которой скрывается докаточка, позволяет вам положить, ну, легко литров так 250-300 груза. Вот такой пикапчик. О том, как этот пикапчик управляется и что он себе может позволить. Ну, я с редким удовольствием езжу на объеме двигателя 3.6. А когда двигатель 3.6 и мощность, ну, по разным источникам, до 260 лошадиных сил, плюс на двигатель втековский и хондовский, вы сами можете подумать, что эта машина себе позволяет. Дальше сложнее. Эти машины с нулевым пробегом специально привезены для магнитогорцев и жителей Южного Урала. То есть машины не перегонялись, и машина это не селвич. Вот тут РТР вас, наверное, напугало, то, что все есть под Катрина, да нет. Гораздо веселее и выгоднее возить сейчас новые машины с нулевым пробегом, и здесь пробег, ну вот извините, 207 майлзов. И плюс к этому, машина, которая сегментировалась и позиционировалась как автомобиль для людей деловых, да-да, пикап для деловых, и ценящих отточенную управляемость, какая Honda плохо управляется, это же японский BMW. Так вот, этот автомобиль управляется сидячеством и легкостью Мерседеса. Плюс ко всему, здесь стоит навигационная система, по которой вы можете определить, если вы находитесь в Штатах, где вы находитесь. Ну, скоро, собственно говоря, пойдет русифицированная версия. Дальше что? Это огромная возможность трансформации салона. Хотите вести груз, хотите просто отдыхать на заднем сиденье, переднее сиденье. И плюс, американцы сейчас уделяют огромное внимание безопасности. И плюс ко всему, дополнительные опции, как то люк, как то, ну, мне сложно сказать, ну, это уже не опция, это норма жизни для американцев, это круиз-контроль, кондиционер, разумеется, и офкос. Итак, и сегодня, и сейчас вы можете такие машины и приобрести, и заказать. Я вам настоятельно рекомендую это сделать и посчитать, что за сумму в 1 500 000 вы приобретаете автомобиль с яркой внешностью, не менее надежный, чем все перечисленные продающиеся в городе Магнитогорске, а плюс ко всему, любой уважающий себя производитель, а именно такие поставляют автомобили на рынок Соединенных Штатов, гарантирует безупречную работу своего транспортного средства и обслуживание во всех дилерских центрах. Пожалуйста, приезжайте, нагружайте там, ну, господ торгующих Тойотами, если вы купили себе Lexus, конечно же, ну и остальных там участников нашего автомобильного бизнеса, нормальными, недорогими, качественными автомобилями производства Соединенных Штатов Америки. Ну, точнее, сделанных для Соединенных Штатов Америки.